Всем привет! Наверное, прошло уже неделя, может быть, 10 дней. Это мой второй влог из Греции. Мы прилетели в Афины с острова Крити. И здесь будем находиться еще 4 дня. Много здесь интересных музеев и интересных исторических мест. Поэтому все эти пару дней будем гулять и показывать. И еще одна интересная вещь о Греции, которая мне очень понравилась, что во многих домах есть такие жалюзи, которые электрические. Они открываются и закрываются снутри. Они, точнее, снаружи. Это как protection, защита. И то же самое ночью, если не хочешь, чтобы на тебя смотрели, можно их опустить, а утром поднять. В прошлом выпуске мы были на острове Крит, купались на разных пляжах, прыгал со скал в воду, кушали вкусную еду и гуляли по старинным городам. Сейчас находимся почти в центре Афин. Вот так это выглядит. Хочу найти холодную воду, потому что погода жаркая. Я за ним буду ходить. Куда это крутится, туда я пойду. Адриан. Император Хадриан. Без башки. There's no head. Нету головы. Нету головы. Как я. Но в основном вот эти все руины, это много веков назад были как бы торговые центры, рынки. И вот так они сейчас выглядят. Это копия макета Акрополиса. Акрополис это там. Это музей показывает как макеты всех вот этих знаменитых мест. Мы решили выйти немножко, прогуляться. Сейчас пойдем в один руфтап, это на крыше такой бар. Днем вообще людей не было, все спали, как будто сейчас ночью вышли. Посмотрите. Офигеть. О, this is the place. Мы сейчас сюда пойдем наверх. Вот мы пришли в Акрополис, это вход, ну как начало, еще самый низ горы. И здесь какая-то арена, сейчас подойду поближе. И вот мы вошли в эту центральную площадь Акрополиса. Окей, мы сейчас пришли в ботанический сад. Ну, хорошо, что хотя бы здесь мы в тени гуляем. Смотрите, сколько здесь черепах. Ниндзя, черепашки-ниндзя. Этот, по-моему, застыл, засох. О, нет, живой, живой. Греки вообще днем не выходят, только ночью. Днем на улице никого нет, пустые улицы. Ночью посмотрите, а какой ажиотаж. Пройти невозможно.
Ночная жизнь, потому что я спросил у таксиста, почему днем никто не выходит. Он говорит, очень жарко. А здесь вот такая улица красивая. Это район, называется Плака. Рестораны прямо у лестницы. И люди даже сидят и кушают на лестнице. Пришли в такое место, кафе, здесь играет живая музыка. Сиртаки, Зорбо должны играть, это национальный. Там еще рядом кафе, ресторан, ну так вот здесь красиво. Здесь еще грач. Дядя Грач здесь есть? Дядя Грач здесь тоже. Вот это вот улица перед музеем. Apparently it houses all of the artifacts that were in the Parthenon that we saw yesterday. А теперь на русском. Я не могу, you translate. До входа музея уже вот здесь руины. И здание построено прямо над руинами. Сюзанна расскажешь, давай. Чуть-чуть будет строение. Ага. Дальше. Больше зданий. Это уже вот стадион, который происходили вчера, мы видели. Нормально. Это уже нормально, да? Да. That's it. Финальный продукт. Ну, не, потом поломалось. Потом все сломалось вообще. Строится. Стеклянный потолок – это очень плохая идея, всех видно. Мы всех показывать не будем. Дома, в которых люди жили, построены в конце 4 века. Ну, кувшин поломанный. Ну вот они так кайфовали, лежали. Это он выглядел вот так. Ну, особенно интересно. Один раз побывать можно, так что приезжайте. Один раз ходите, больше не ходите. Это район Плака называется. Здесь мы вчера уже были вечером. Сам район находится на почти близко к горе. Поэтому здесь очень много ступенек. Молодец. Оп, оп, оп. Ну, right, сейчас машину ударишься. Мы через это место 3 раза проходили и только сейчас заметил, что здесь есть ла-мажор. И написано армянское. О. Армянский лаваш бред, армянин макс, это армянское, вон ламаджо, вау, хорошо, что мы зашли сюда. Пришла еда, я спросил, почему армянская, она сказала, что хозяин армянин. Вот так вот выглядит, сейчас этого через минуту не будет. Пришли вот это место, с которого как сказки, с
Алисы в стране чудес. И сейчас покажу. Сидим под грибами, жаришка, вентилятор чуть-чуть дует, и мы взяли вот такой вот. Вкусно? Но? Я сам возьму. Но, я тебе дам. Нутелла. Пришли на один из крутых или знаменитых, не знаю, пляжей Афин. Называется Колоники. Больше понравилось на острове Крити. Там получше были пляжи. 8 утра, суббота, 30 июля. На этом отпуск подходит к концу, и видео тоже. Было очень классно, интересно, много чего видели. Особенно мне понравилось, ну, всем в основном понравился остров Криты. Поэтому приезжайте в Грецию, смотрите. Я получил большое удовольствие, и мне понравился этот отпуск, и Греция сама. Здесь еда вкусная, виды везде красивые, куда не выйдешь, все такое красиво. Особенно, когда ты сидишь в центре города, в баре, и у тебя вид на гору с историческими как бы руинами, это очень красиво. Так что всем, кто смотрел, спасибо. Напишите комментарий, ставьте лайки, как обычно. Все, всем пока. С вами был я, Владимир Григорян, американский хач. Это наш последний ужин.